Шпинат, шоколад и условный рефлекс. Не перебивай аппетит перед обедом. А что на обед? Картофельные клёцки и салат из шпината. Бе, нет уж, спасибо, поголодаю до ужина. Это что еще за новости? Мамуль, я обожаю все, что ты готовишь. Но шпинат – это же самая противная еда на планете. А я думаю, самая полезная и питательная. Любимая пища всех знаменитых футболистов. Я стану знаменитым и без шпината. Он для меня бесполезен. Я так не думаю. Мне полезно, когда ты готовишь рождественское печенье. Мое любимое. А что, неплохая мысль. Ты съедаешь порцию шпината, а я готовлю рождественское печенье на ужин. Идет? Целую порцию шпината? Не. Мамуль, ты не волнуйся, съест как миленький. За обе щеки уминать будет. Ха. Ты что? Зачем маму огорчаешь? Неужели так сложно съесть немного шпината? Мне проще кусок мыла проглотить, но не могу я. Ничего, наука нам поможет. Метод условного рефлекса. По сигналу сможешь есть все, что угодно, не задумываясь, как шоколадки. Шоколадки? Хо-хо! Такая наука мне нравится. Ого, это мне? Тебе, но есть можно только после того, как услышишь сигнал. Неплохо, теперь повторим. Побольше. Ну, конечно. Что за игры во время еды? Ах ты мое солнышко. Мамуль! Просто удивил. Так, для рождественского печенья нужно купить молоко и орехи. Я в магазин. Сработала! Ура! Условным рефлексом! Эй, хватит уже! Что? Что сейчас было? Небольшой побочный эффект. Ну вот, нет звоночка, нет проблем. Ой, это же мой мобильник! Оставь батон! Сейчас выключу! Дружок, хватит! Приди в себя! Так, хорошо. Все обошлось. Вроде звенеть больше нечему. Мне это не нравится. Я теперь все время так буду. Не переживай. Со временем реакция пройдет. Наверное. Как-то нехорошо на нас смотрит. Привет, мамуль! Мам, мы тут... Это... Как его? Решили помочь тебе с печеньем. Не знаю, во что вы здесь играли, но в таких условиях я ничего испечь не смогу. Для начала уберемся на кухне. Знаешь, есть мысль. Заменим рефлекс на условный рефлекс уборки. О, а давай мы себе тоже рефлекс уборки выработаем. Мы с тобой.
другом вместе весело.